Вы понимаете, это то, что происходит на улицах некоторых европейских городов, это результат внутренней политики этих государств. Ну, мы же с вами знаем, я уже об этом сказал. Ну, на грани рецессии балансирует европейская экономика. А ведущие экономики еврозоны, они в рецессии фактически. Вот западные страны взяли европейские, отказались от наших энергоносителей. Но мы же не отказываемся. А их самый главный партнер, не знаю уж по каким соображениям, создал условия, когда целые отрасли немецкой экономики переезжают в США. Потому что там власти создают более комплементарные условия для работы бизнеса. И, значит, первичный энергоноситель в раза в три, по-моему, дешевле, чем в Европе, а то и в четыре. Условия другие, налогообложение. Ну, целенаправленные действия. Но мы-то здесь при чем? Значит, это вызывает соответствующую реакцию. Потому что идет понижение жизненного уровня людей. Это же очевидно, это же данные статистики самих европейских стран. Но мы-то здесь при чем? Ну что вы про? Это попытка уйти от ответственности за неправильные решения в экономической сфере и в сфере внутренней политики.